Что такое Новый год? Это праздничная елка, украшения, накрытый стол. Может быть, семья, друзья. Или, может, новогодний корпоратив. Готовы веселиться? Или все-таки же речь президента? Уважаемые граждане России. Но для меня Новый год – это нечто большее, чем праздник. Это предвестник моего дня рождения. В 2019 году мне исполнилось 27. Но об этом чуть позже. Сейчас расскажу сначала. Ты маленького роста, оказывается. Это моя мама. У нее, кстати, тоже день рождения, 1 января. Двойной праздник. В ночь 31 на 1 по вот этой самой дороге моя мама шла целый час. И я вместе с ней. Уж быстро я просился на свет. 3:45 1 января появился на свет Быстров Владимир Алексеевич. В этот день, помимо меня, появилось в больнице еще 5 малышей. И, кстати, в то время еще не была освещена дорога. Держу вас в курсе. Я тут, кстати, нарыл своих детских фотографий. Посмотрите, какое было в детстве. В детстве я очень любил фотографироваться. Ну, смотрите, ну, красавчик же, красавчик. Меня с самого детства окружали животные. Особенности собаки. Я любил очень собак. И сейчас люблю очень собак. Вы можете наблюдать, как я обожаю просто бегать с Кузей. А это я вот фотографируюсь вокруг собачек. Это очередное подтверждение тому, что я был в детстве чертовски фотогеничным. Смотрите, какой мундир, какой мальчик. А справа-то я фотографирую возле елочки в детском саду. Тоже красавчик. На линейку в первый класс я уже пошел подбитым. Я сломал руку. Левую, а точнее ключицу левой руки. Да. Это было веселое детство у меня. Если кто-то не догадался, то слева это моя сестра. Она держит меня. Мне здесь 11 месяцев, а ей здесь 13 лет. Разница, конечно, в 12 лет чертовски огромная. Но я рад такой сестре, которая есть у меня. Люблю ее. Пока я был маленький, родители меня отсылали все время в детский лагерь, каждое лето. Я так не любил это время. Я так сопротивлялся этим всем лагерям, как я их ненавидел. Но знаете, сейчас бы я с удовольствием поехал в лагерь отдохнуть. Прям за милую душу. Еще я ходил на бальный танц. Наверное, это все-таки мечта была моей мамы, а не моя. Я не любил бальные танцы. Есть одна вещь, которую по сей день я люблю. Это компьютерные игры. Я еще с детства их полюбил. И вот уже на протяжении стольких лет я не изменяю им. Я просто обожаю компьютерные игры. Как понимаете, я был не самый стильный мальчик на деревне. Как бы вкуса стиля и моды на тот день у меня еще не было. Да, сложно поверить в это время. Но оно было. Было. Спасибо моим родителям за то, что позволили мне в детстве очень много путешествовать. Это было, конечно, не за граница, но это была Россия. Я очень часто ездил на Байкал, аж целых 3 раза. И я вам всем рекомендую съездить на Байкал зимой и летом. Там очень классно, красиво и прикольно. Спасибо, мам, пап. Как и любой другой ребенок, ну и сейчас, свои 27 лет, я очень люблю поспать. Просто обожаю. Это не означает, что я просплю всю свою жизнь. Просто я люблю поспать. Но, как по мне, мне 27 лет, ничего не изменилось, это просто один годик к моему возрасту. Ощущаю себя также все хорошо, прекрасно, здоров, в баночке качаюсь. Будем продолжать, 2019 год только начался. Понятное дело, что уже прошло 30 дней, даже, может, чуть больше, в зависимости от того, когда я смонтирую этот видеоролик. И можно сказать, что каникулы закончились. Так что... Начинаю я свой год с новыми силами, с новыми эмоциями, с новыми впечатлениями. Так что будем врываться в него и покорять. Вот такое вот начало. Я вновь начал стримить. Я оставлю ссылочку в описании, Twitch Atlant. Так что заходите, подписывайтесь. Там я почти провожу каждый день онлайн-трансляции. И как всегда, ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии, как вы провели этот Новый год. Я провел его отлично, встретил, как всегда, его с семьей. Я обожаю семейные встречи новогодние. Елочка, салют, семья, друзья. Все супер. До скорых встреч. Я начинаю монтировать ролики каждую неделю. Может, даже почаще. До скорых встреч. Пока-пока. И забыл добавить. Вот таким мой был день рождения. Вообще не день рождения, мне 27 и предыдущие года. Как бы, сами заметили.
ничего не изменилось.